Здравствуйте, меня зовут Алексей, 22 года, позывной «Волк». Я приехал из города Барнаула участвовать в специальной военной операции. Почему приняли такое решение? Ну, вообще я подписал контракт еще до спецоперации. Ну, потом просто позвали, я не отказался. Ну, все, без проблем, еду. А дома чем занимались? Дома работал на заводе электромонтажником, наладчиком. Здесь какие обязанности выполняете? Здесь водителя. Когда оказались здесь в первые дни, какие эмоции, какие впечатления были у вас? Ну, когда в первый раз заходил, это было с автоколонной на боеприпасниках. Было, конечно, страшно, особенно когда рядом пролетела еще точка У, но ее, правда, сбили. Но эмоции первые были непередаваемые. Как родные отнеслись к вашему решению? Нормально, конечно, переживали первое время все тоже, но уже как привыкли, постоянно созвание, все нормально. Дома кто ждет? Мать. И рассказывайте про обстановку. Ну, как сказать, ну, говорю, что все хорошо, в основном всегда, стараюсь так сильно не волновать. Ну, а на гражданке, вот, друзья, пошли служить кто-то или вы один? Ну, вообще, из своих друзей у меня подписало два человека контракт. Они тоже уже здесь, еще один одноклассник работает на ЛНР. А второй еще находится в России, но скоро приедет. Какое-то напутствие можете ребятам передать, кто на гражданке сидит? На гражданке? Ну, даже не знаю. Ну, не пожалели о своем выборе? Нет, ни разу не пожалел. Командование отличное у нас. Работаем хорошо, все налажено. Со всеми хорошо общаемся. Друг друга поддерживаете? Конечно. Каким образом? Ну, как, помогаем, выручаем всегда друг друга. Если кто-то не может там свои обязанности выполнить, подменяем без проблем. Если свободное время бывает, чем занимаетесь? Свободное время? Ну, иногда фильмы смотрю, читаю. Таким, машиной занимаюсь своей, я же водитель все-таки. Победа будет за нами.